как найти носителя английского языка Native Speaker. Первый шаг – скачать программу Skype. Второе – добавить в контакты SmartTeacher197, это мое имя. Пройти бесплатный демо-урок, то есть мы должны узнать, чему вы научились в школе и на что обратить внимание. В школе это было групповое обучение, где лес рубят, щепки летят. То есть вы не поняли, допустим, вы не смогли посещать школу одну неделю, а вы не поняли тему неправильные глаголы. После этого вы тему Present Perfect не потянете при всем желании, потому что там требуется особое склонение глаголов. То есть у вас были паузы, которые, собственно, и затянули вас вниз. Я хочу сказать, что как преподаватель нужно выкладываться, распинаться и разжевывать. Тогда и будет успех. 4. Выучить английский язык в совершенстве. Мне нравится учить людей иностранным языкам, потому что это весело. Это не стоять за станком. Плюс мне нравится то, что человек потратил время на то, чтобы стать лучше. Это самосовершенствование. Похвалить сенсея за уроки материально. С японского сенсей – это учитель учителей. В школе у вас был учитель, который зарабатывал на вас ставку. Это педагогический стаж. Выучили ли вы английский? Of course not. Конечно, нет. Следующее. Я являюсь высоким учителем, учителем учителей. Поэтому я смогу вас научить в совершенстве, в идеале. Я знаю все нюансы и все хитросплетения английской грамматики. Похвалить материально, да, я работаю за деньги. Цена 300 рублей, можно платить поурочно. А мои конкуренты берут деньги вперед. Я таким не занимаюсь. Я работаю честно и прозрачно. Хотите успех в английском? Учитесь со мной. Всего наилучшего и...